Добрый вечер всем. Сегодня воскресенье, 2 июля. Время уже поздно, 11 часов вечера. Хочу записать небольшой рассказ о том, чем я сегодня занималась. А занималась я тем, что мы с подругой сегодня ездили в зоопарк. Что самое интересное, подруга моя живет напротив меня в доме. Вот, ну, конечно, мы с ней общаемся по телефону и все, но куда-то выезжаем мы с ней очень редко. И вот сегодня мы воспользовались моментом, хорошая погода, у нее было свободное время, у меня было свободное время, мы съездили в зоопарк. Значит, я там, скажу так, я там записывала видео, делала фотографии, что-либо вот прям специально записывать было очень сложно. Почему? Народу очень много. Услышите на моем видео посторонние разговоры, детей много. Все-таки сегодня воскресенье, погода хорошая, не очень жарко и не холодно, дождя не было, солнышко. Вот, и поэтому я просто после своего рассказа выложу видео, вы посмотрите, кого я смогла снять, какие интересные моменты, а потом будет небольшой фильм именно из фотографий. Вот, выходные заканчиваются, завтра рабочий день. Ну, немножко позитива после выходных. У меня выходные прошли хорошо. Надеюсь, что и у вас хорошо прошли выходные. Так что всем спокойной ночи. Завтра с новыми силами на работу. А пока посмотрите мое видео. Ты помятый. Спина такая помятая. Ладно, ну, не слышишь, что здесь пока нет. Вот она, да, рядом. Да здесь от свечи, так за зеркало не видно. Он полез, полез. Ого. На мостик, Гош. Смотри, смотри, так. Смотри. Гипс такой. Гош, смотри, на мостик он идет. Третий. Четвертый. Сюда иди. Вон они. Вон они. Четверо. Пятеро. А не кажется ли они по кругу бегают? У них флешмоб, да. Они создают численность. Почему-то они любят задом ходить. Мы в тот раз тоже, когда были, мы заметили, что они не разворачиваются, а вот любят туда-сюда ходить задом. Не знаю. А там кто-то, видно, есть. И вот я говорю, что в тот раз слоненок так же вот. Там ходит кто-то. Вот там я говорю, что там кто-то есть. Да. Страшно? Страшно? Мамочка. Папа внизу. Сейчас испутится. Где-то за тобой. Дай. Но. Это я забираю морковку. Хочу подумать. Хорошо. Хватит. Все, мама, хватит. Он нам а ты как это моя. Это мама. Куда?
На маленькую овечку похож. На а что, когда сидит-то? Ну, может быть. И морда у него, видишь, не вытянутая, а более округлая. Ну, да. Вот он. Где? А, во. Тоже веслоухий. Ой, рыженький вылез. Смотри, здорово как. Вот и пристает. Их вот так сзади. Ага. Бегут, бегут, да, кушают. Там вот тоже вот. Давай, быстрее, быстрее, двигай, попай. Да, побежала. Конечно, ломанулась прям. Одна в одну, одна в одну сторону, другая в другую. Закрыто должно быть, штороносы. Вот так мы бегаем. Давай. Соревнования. Давай. Кто быстрее? Да. Тракари бегают. Черепашки. Прямо. Смотри, рассвет совсем разный. Да. Смотри, обгоняет. Смотри. Быстрее. Это разные сети, там виды. Бежал, не туда добежал. Ой, смешные какие. Какие смешные. Это самые активные. А. А там он еще, видишь, бульдоги. Ага. Идет. Не, а он не перепрыгнет. Он вниз спускается. Нет. Дин-д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 ин. А что поставить? Не знаю.